Спустя всего лишь год вот этот вот новенький дом 31 по улице Дзержинской сдан в эксплуатацию. И сейчас жильцы могут заехать в свои новенькие квартиры, нисколько не задумываясь о ремонте. Уже сегодня 179 квартир нового дома, построенного по программе «Жилье для российской семьи», абсолютно пригодны для проживания, поскольку в квартирах уже присутствует чистовая отделка, сантехника и приборы учета воды и электроэнергии. Это первый дом в Курганской области, который в 2017 году сдан в эксплуатацию по данной программе. Уникальность постройки в доступности жилья для 23 категорий граждан, куда входят работники бюджетной сферы, молодые семьи, не имеющие детей, одинокие родители, вдовы военнослужащих и другие. Стоимость одного квадратного метра жилья не превышает 35 тысяч рублей. Строительство этого дома начато в конце 2015 года, получено разрешение, начато строительство. Департаментом строительства в декабре 2016 года полностью мы его посмотрели, проверили, подписали акт итоговой проверки. И вот в январе 2017 года он введен в эксплуатацию. Но это еще не все. Жилой комплекс «Феникс» включает в себя две позиции. Первая уже готова, а строительство второй сейчас в самом разгаре. Во втором доме будет 209 квартир. Будет строительство второй очереди, вот сейчас начато. Там будет 209 квартир дополнительно. Эти тоже. Тот дом будет также в рамках программы «Жилье для российской семьи». И в конце этого года будет сдан в эксплуатацию. Жильцы, к слову, очень довольны, что дом построили и сдали в столь короткие сроки. Эмоции замечательные, ощущение радости, наконец-то квартира своя. Ну, по периоду это где-то полгода примерно на все ушло, на оформление документов, на вот первый обладатель квартиры. На данный момент уже реализовано 60 квартир. Михаил Котельников, Максим Осинцев, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру».